Как найти масляный фильтр у крафтера? Снимаем воздушный фильтр, и человек нашел его. Вот. Там. Да, вон он торчит, я его вижу. Давайте я посвечу тоже. Все, сорвал еще? Сорвал, а как его? Рукой тянешь. Это как у этого? У Пассата, только у него спереди, а здесь сзади. Все. А, ты ее кривой сделал, да? Кастрол что? Кастрол будет лечить. 5 на 3. Тут надо 0 на 30 литров. Ладно, вытащи фильтр. Это фильтр, что ли? Что? А что он такой, как этот? Да, да, просто снимай. Ты все, что ли? Там резинка. Нет, ну это протереть надо, наверное. Какую? Вот это? Нет. Вот это протереть надо, наверное. Вот эту резинку здесь. Есть резинка? Она в комплекте есть? Есть резинка. Чикмагуши. Ты что все снимаешь-то, я не пойму. Как у халиков, мухле фильтр. У халиков не такой, у халиков Нет, ну фирма мухле. Volkswagen, но мухле здесь. А теперь история, как появился этот ролик про масляный фильтр крафтер. Захожу в гараж, короче. А мужики, говорит, Стасяныч, здорово, говорит, где фильтр? Я говорю, не знаю, фильтр никого не трогал. Нет, где, говорит, фильтр в этом крафтере? Я говорю, а что, ну, кажется, мужики масло меняли. Они уже масло слили и начали искать фильтр. Я говорю, ну что, посмотрели, под днищем нету, что ли? Под днищем нету. Я говорю, ну тогда должно быть, как у Пассата, наверное, сверху. У Пассата спереди там стоит масляный фильтр. Начали искать, нет, ну как, там в чем была ошибка, у нас сначала стоял воздушный фильтр, корпус стоял. Ладно, потом умные люди подсказывают, что масляный фильтр находится за коробом с задней стороны двигателя. Снимаем короб, еле-еле находим этот масляный фильтр, ну там на ролике все видно. И тут заходит механик, рассказывает нам интересную историю. Этот крафтер загоняли на сервис здесь на севере на замену масла. Там специалисты тоже слили масло и решили найти фильтр. Они его не нашли. Они его искали, найти не могут. Вызвали механика, говорит, показывай, где здесь, говорит, фильтр. Механик тоже посмотрел, а масляный фильтр-то нету. Они позвали нашему мотористу, моторист сказал, где находится масляный фильтр, находится с обратной стороны двигателя. Мужики очень сильно возмущались, кто, говорит, придумал такое, говорит, двигатель с таким расположением масляного фильтра. Какой идиот? Я говорю, какой? Похоже, немецкий. Вот такой момент. Так что масляный фильтр у крафтера находится сзади. Применяется 3/4 ключ, головка. Надо, нужен удлинитель, выкручивается. Снимается масляный фильтр. Там он пластмассовый, плюс там стоит кассета. Кассета меняется. Меняется 3 уплотнителя. И все, масляный фильтр включится обратно. По салонному фильтру там есть такой момент, мы поставили не оригинал, пришлось подрезать его, там верхнюю часть. А по воздушному фильтру, там спокойно подходит китайские фильтра. Но, опять же, как было в этом, при этой смене фильтра, там забывают чистить короб фильтра, обязательно чистить, там была грязь, его все вычислили, потому что турбина не любит пыль и грязь. Все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.